Новое отделение вызовов врачей на дом открылось на базе детской поликлиники номер 1 в Московском областном центре охраны материнства и детства на улице Побратимов. Оно позволит повысить качество оказания медпомощи населению и сократить время ожидания специалистов. Тему продолжит наш корреспондент. Сейчас детская поликлиника номер 1 на улице Побратимов обслуживает больше 17 тысяч человек. Свою работу новое отделение начало в мае этого года. Здесь есть все необходимое. Полностью укомплектован штат фельдшеров и врачей, установлен график работы. Мы были первыми в Московской области, где реализовался этот проект. Мы его реализовали достаточно быстро. В конце января нам дали задание, и 2 мая мы уже открыли вот это отделение, отделение медицинской помощи на дому. Что это такое? Работают здесь 8 фельдшеров, 2 диспетчера. Они принимают вызова. И в состав этого отделения входит врач-педиатр, который обслуживает маленьких детей от 0 до 3 лет, так называемые патронажи. Работают 2 машины, 2 водителя. И вот этими силами мы справляемся с вызовами. Работа нового структурного подразделения позволит улучшить качество оказания медицинской помощи. Теперь время ожидания специалиста для обслуживания пациентов на дому сократится. А вот время приема участковых врачей, наоборот, увеличилось, что сделало запись более доступной. В этом убедился и глава городского округа Люберцы. А перед началом посещения поликлиники Владимир Волков поздравил главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяну Мельник с присвоением звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Эффект очень хороший, ускорение и качество оказание медицинской помощи дает о себе знать. То есть обратный отзыв от родителей позитивный. Это направление будет у нас развиваться. К нам приходят новые врачи. Нам удается привлекать новых специалистов узкопрофильных. И мы благодарны и медикам, которые придумали, внедрили этот новый подход в оказание медицинской помощи. И, конечно же, обратная связь от жителей, от родителей для нас очень важна. Работает диспетчерская служба по приему и распределению вызовов помощи на дому ежедневно с понедельника по воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.